Также в Орле в этом году отремонтируют 22 участка улично-дорожной сети. На эти цели из областного дорожного фонда выделено 100 миллионов рублей. Сайт администрации региона информирует, что попавшие в список дороги в основном находятся в Зареченском микрорайоне, 909-м квартале. Полный их перечень можно найти на портале Орловской области. В этом году, благодаря финансированию из федерального центра и дорожного фонда региона, в Орле привели в порядок 10 улиц, среди них Болховское шоссе и Маслозаводской переулок. Помимо этого, в областной столице планируется отремонтировать 42 дороги частного сектора.